Зима в городе тоже может быть интересной и увлекательной. Так, в Парке Победы уже начались работы по заливке катка. Первая в этом сезоне ледовая площадка откроется 2 декабря. Об этом рассказала культ-организатор муниципального предприятия «Дирекция парков» Евгения Кравцова в интервью нашей съемочной группе. В Твери уже определены основные площадки, на которых этой зимой можно будет покататься на коньках. Среди них СК «Планета», Площадь Славы, Дворец творчества детей и молодежи, Тверской областной ипподром. Кроме того, катки будут залиты на ряде придомовых территорий. Всего в этом году в городе откроется более 20 ледовых площадок. Ежегодно к нам в Парк Победы стекается зимой много посетителей для того, чтобы покататься на коньках. И этот год не станет исключением. Уже в эту пятницу, 2 декабря, у нас здесь, в Парке Победы, заработает каток. И мы приглашаем всех желающих провести время весело и с пользой для здоровья. В Парке Победы сейчас оборудованная теплая раздевалка и прокат коньков. График работы ледовой площадки с понедельника по воскресенье с 10 до 20.00. Также на территории зоны отдыха в Парке Победы работает горка с прокатом тюбингов. График работы по будням с 16 до 22 часов, выходные с 10 до 22. 4 декабря всех горожан, а особенно детей, приглашают в городской сад в 14 часов, где состоится праздник – день написания писем Деду Морозу. В этот день всех гостей парка ожидает, конечно же, открытие почты Деда Мороза, которая простоит в парке до самого конца декабря. Яркая, интересная, творческая, шумная, развлекательная программа с участием новогодних персонажей. Почтовый ящик для новогодней корреспонденции будет установлен возле центрального входа в городской сад со стороны улицы Советской.